The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. О люди премия стал Антиох Эпифан. Когда Давид был призван, чтобы быть царем, The scripture is very clear. If you want to go ahead, let's go ahead and turn there to 1 Kings. И Писание очень ясно нам говорит об этом, и давайте мы откроем и посмотрим, что же нам Писание говорит. What chapter? 16. Samuel. What did I say? I said Kings in 1 Samuel. 1 Samuel verse chapter 16 and verse 1. У нас это Первое Царство, 16 глава, 1 стих. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn Saul, seeing I have rejected him for reigning over Israel? Fill your horn with oil and go, and I will send thee to Jesse the Bethlehemite. I have provided for me a king among the sons. И первый стих нам говорит, и сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Исею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. You know the story well, that, и вы должны хорошо знать историю избрания Давида. Что God for a king. Люди требовали от Бога царя. You know, Saul was ruling, but they wanted a king. И Саул правил, но они вот хотели еще царя. And I say this, God always has a ram in the thicket. You know, he always has a ram stuck that we need for the situation. He always has... я всегда говорю, что у Бога есть самое необходимое для каждых обстоятельств, которые наступают. There are many times in ministry you wonder, are you the only one? И иногда и у Бога есть те избранные для каждого служения, потому что иногда в служении ты смотришь, а единственный ли ты тот, который должен выполнять эту роль? But God always has those He has provided. Но у Бога всегда есть те, как здесь написано, кого Он предусмотрел для служения. I mean, notice in the scripture, God is saying, I have provided king. И если вы смотрите в Писание, то всегда вы увидите, что я обеспечил царя, я усмотрел царя. Вы увидите, что Бог это говорит о себе. We understand before that Saul, he was voted in, you know, he was The people pressed God, and they. Но с Саулом было не так. Саула не избрал, не усмотрел Бог. Его выдвинули люди, его требовали люди. But this is a king that God had provided. Но дальше мы видим царя, которого Бог усмотрел. And I always say this to people, and this is really not with the course, but. И я всегда говорю людям, это не по курсу, но это важно. It's much better to be put in by God. Гораздо лучше быть поставленным Богом, than to be put in by people. Чем выдвинутым людьми. If people put you in, they can take you out. Если люди тебя поставили, люди тебя и свергнуть могут. If God put you in, only God can take you out. Но если Бог тебя поставил, то только Бог тебя и может подвинуть с этого места. Let God promote you, let God open the door for you. Поэтому позвольте Богу продвигать вас, позвольте Богу открывать для вас двери, позвольте Ему делать эту работу. Let Him guide you. Amen. Он направляет вас. Аминь. Very, very, very Это очень-очень крайне важно. So, let's look at a couple more verses. Look at verse 4. И давайте посмотрим еще несколько стихов. Откроем стих 4 этой же главы. Verse 4 says, Samuel did that which the Lord spoke, and he came to Bethlehem and to the elders, and of course they trembled, saying, you know, what's the prophet doing coming here? And he told them, I come... Do you come peacefully to this place? И четвертый стих, смотрите, показывает, какое состояние было в городе тогда. И сказал Самуил, так как сказал ему Господь, и сделал Самуил так, как сказал ему Господь, когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? Они не понимали, что делает пророк в их городе, по какой причине пришел пророк в город. I mean, you know how it is when you're in a service. You say, "Oh, a prophet's coming tonight." Everybody's like, "Oh, I better." И иногда, знаете, когда приезжает какой-нибудь пророк, служитель на служение, как люди себя ведут? О, пророк приехал, надо аккуратнее быть, внимательней.
Because we understand a prophet is a seer, you know. Потому что мы понимаем, что пророк это серьезно. Hallelujah. One more verse, let's look at. Еще один стих. Verse 13. 13 стих. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of the brethren, and the Spirit of the Lord came upon him, upon David. From that day forward, Samuel rose up and went to Ramah. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. 13 стих, 1 Царств 16. And we won't touch the other teaching that there are all these other sons that he had brought. Мы не затронем учения по поводу всех остальных братьев Давида, которые претендовали. Мы знаем, что всех их отвергли и не допустили на царствование. Все они были большие, красивые, хорошо выглядели, но Бог сказал, я усмотрел царя. И тогда пришлось пророку сказать, есть ли у тебя еще сыновья? Well, there's David. И оставался Давид. И это был единственный тот. And he was anointed. И тот, которого помазали. И вот смотрим, мы будем смотреть жизнь не всех братьев, а Давида и принципов с его жизни. There's a book called Destined for the Throne. Есть книга, называется «Судьба в... достигнуть трона» или «Достижение трона». The author's name is Bill Heimeyer. У нас могли ее перевести по-другому, и автор Билл Хаймер. And he makes a statement in his book. И там есть утверждение в этой книге. As Christians, как христиане, we are destined for the throne. Наше призвание, наша судьба — быть у трона. Now, David, here he was. As 17 years old when Saul, и если мы посмотрим, when Samuel came. Давид 17-летний парень был, которому пришел пророк Самуил. And anointed him as king. The anointing came on him. И он помазал его быть царем, быть на троне. He did not reign as king right away. Но он не начал править в 17 лет как царь. It was decades later before. Это были десятилетия спустя. But he trained. Но он был тренирован и подготавливаемый в течение этого времени. And just like us, we are destined to reign as kings. Но это так же самое, как и с нами. Мы призваны быть на троне, мы призваны царствовать царями с Господом. The scripture in the New Testament is 1 Peter 2:9. И 1 Петра 2:9 говорит нам ясно. It says we are chosen generation. Но вы род избранный. A royal priesthood, царственное священство, holy nation, народ святой, a peculiar people, люди, взятые в удел. We are destined for throne. Поэтому наше призвание быть на троне, царствовать, наше призвание царствовать. In the kingdom. Наше призвание быть в его царстве. To be servants in the body. Быть слугами в теле. We're no accidents. У нас нет исключений. There's no accidents in this room. И нет случайностей в этой комнате. We've been chosen. Мы избраны. Amen. Аминь. So we're born to be kings. Поэтому мы рождены быть царственным священцем, с царями. It's kind of look at it this way. We're handmade, handpicked. Мы ручная сборка у нас. К каждому индивидуальный подход. Handmade, да, ручная сборка. This peculiar people is not really a good word, peculiar, in the English. This word is that we are shaped or we are fashioned, embroidered to be a king. Вот эта фраза, которая у нас выглядит как люди, взятые в удел, ни о чем не говорит на самом деле. Ну так. А на самом деле это отшлифованные, подготовленные, выпиленные, сделанные специально, чтобы быть этим царственным священством, этими царями. And I want to say this: God doesn't make mistakes. Это говорит о том, что Бог не делает ошибок. So each part is very, very important. Поэтому каждый важен и каждая часть важна. So we don't sit here and say, "Oh, I want to be like that person," or "I want to be like that person." Мы не можем сидеть здесь в комнате и говорить: "О, я хотел бы быть как вот тот человек или вот как вот тот человек." We've been handpicked to be who we are.
нас вручную выбрали и сделали, чтобы быть такими, как мы есть. God needs us for the kingdom. Богу нужны именно мы для царства. Hallelujah. Amen. The scripture Jeremiah 1:5, you know the scripture. Иеремия 1:5 говорит нам, и мы все знаем это место Писания. He said, "Before I formed thee in the belly, I knew you." Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. Before you came forth out of the womb. И прежде, нежели ты вышел из утробы, I sanctified thee. Я освятил тебя. And ordained thee as a prophet unto the nations. Пророком для народов поставил тебя. And this word that he formed us is that he shaped us or fashioned us. И вот это слово, где образовал тебя, также означает, что вот вылепил, отточил, отшлифовал. It comes from the word embryo, like a baby. И оно образовал, оно выходит от слова эмбрион на английском. And so God fashioned us, he made us. То есть вот он вот это все создал, вот это как ювелирное украшение, этот эмбрион выглядит как ювелирное изделие, которое лично сделал Бог. Amen. So we need to catch that vision of that. Поэтому вы должны ухватиться за это видение обоими руками. He knew us. Он знает вас. Before anyone ever knew us, before our mother knew us. До того, как ваша мама узнала о вашем существовании, он познал вас. We're in the mind of God. Мы были уже в разуме Божьем, в его сердце. He's working with us. И он уже работал над нами, над нашим проектом. When did God first work with you? He worked with you even when you were in your mother's womb for 9 months. И когда вы можете сказать, когда же Бог впервые коснулся моей жизни? Так это было раньше, чем вы появились у мамы на 9 месяцев в животе. I think that's when we come to God, you know, when we actually give in to God and we repent and we come to God. Mm-hmm. It's like, oh, I am home. I am. И на самом деле, когда мы когда it. Мы каемся, когда мы приходим к Богу осознанно, да, когда мы делаем этот шаг, на самом деле у нас есть чувство, вау, я домой попал. Amen. Потому что вы оттуда пришли. It happens like that instantly. И это происходит мгновенно. And when he came upon David. И когда он сошел на Давида, and he anointed David, и когда Самуил помазал said, Давида, from that time, then, now, и вот с того момента и после написано, Дух Святой был на нем, он был всегда с Богом. He saw much. И он видел многое. Of what God was doing and what God was going to do. Видел то, что Бог делал и что собирался делать. What he'd already done. И что он уже совершил. Came to life. Оно оживало. You know, when that anointing explodes in you, things come alive. Когда вот это помазание проистекает вас или взрывается в вас, переполняет скорее вас, то происходит оживание всех вещей, всех образов, каких-то событий. Они становятся живыми. The word is that this word sanctify means we are set apart. We are set apart and we are dedicated for a work. И мы знаем, что вот слово «освятил тебя», да, этот же пятый стих, говорит о том, что он отделил вас, поставил отдельно, избрал, посвятил вас на свою работу. То есть вы уже посвящены для работы, которую он для вас приготовил. У нас у всех есть наша работа, которую мы должны для его царства сделать. Аллилуйя. Аллилуйя. So before God ever presented us to the world, or we were ever presented to the world, и даже до того, как мы были представлены этому миру, he chose us. Он уже избрал нас. He secluded us. Он создал нас. So we are more important than the world. Поэтому мы с вами важнее, чем этот созданный мир. The world is here. Мир вот он здесь. So we can fulfill our destiny. Для того, чтобы мы могли исполнить наше призвание. So we can walk out the destiny. Чтобы мы могли ходить в своем призвании, в своей судьбе. Hallelujah. So there's this divine blueprint, you know. Поэтому это божественный план, просто его задум. That we're to walk out. Чтобы мы появились. From the foundation of the world. От самого основания мира он нас задумал. You know, a lot of people don't like themselves. You know, they don't. Многие люди, к сожалению, не любят себя самих. Have you ever heard somebody make this? I just don't like myself. I just don't like. Слышали когда-нибудь, когда кто-то говорит, я не люблю себя, я не люблю, как я думаю. I don't like where I was born. I don't like. Мне не нравится то, где я родился. The situation. Я не люблю те обстоятельства, которые вокруг меня. But God says. Но Бог говорит. You are fabulous.
Ты уникален. You're wonderful. Ты замечателен. You are great. Ты велик. I made you for this time. Я тебя сотворил this для этого времени. You're here. Есть причина, почему and ты здесь. When we start looking at it through his eyes, и когда мы начинаем на все смотреть через его глаза, it changes everything. Это меняет все. It changes everything. Это меняет все. And when we get his attitude and когда мы начинаем иметь его отношение и понимание вещей, it changes the whole world, how we see the world. Это меняет весь мир, это меняет то, как мы видим этот мир. And he'll take us all over the world. И он может вести нас повсюду, по всему миру. Я помню 35 лет назад, как будто это было вчера. Я был далек от Бога, я был в этом наркоманском притоне. И когда Бог помазал меня в этом наркоманском притоне, видение мира просто все проявилось. Люди начали пророчествовать, ты будешь ездить по всему миру. И я сказал, хорошо, Господь, куда хочешь, туда и посылай. И они говорят, да, это его план, ты так и будешь ездить по всему миру. И я был готов на все, что только Бог имеет для меня. Но он имел план, и я все еще trying to see this plan. I'm still и у него есть этот план, и я все еще пытаюсь still увидеть весь I'm этот план. I'm here today because we're in his plan. И я здесь сегодня, потому что это было и в его плане. Чтобы мы встретились. Амен. Чтобы мы могли разделять это Слово Божие вместе. И это просто замечательно. И это его большая Божья семья. Аллилуйя. Аллилуйя. Now, we will touch this scripture, but this is a scripture you really need to have in your heart and your и мы не просто прикоснулись к этому месту Писанию. Вы должны иметь это у себя в сердце. Вы должны размышлять над ним, над вот этим Иеремия, 1 глава, 5 стих. This psalm describes David discovering who he was. И этот стих даже определяет this psalm? This psalm 139. Okay, 130. Мы обратимся к псалму, это 138. In verses 13 through 18. You might want to see if it's the same. Yeah, it's 13 is starts out for thou hast possessed my reins. У нас это Псалом 138 с 13 по 18 стих. Это место Писания также должно быть важным для вас, вы должны размышлять о нем. This is most likely written after he was anointed. Okay. Такое ощущение, как будто этот псалом был написан после того, как Давида помазали. And he said, you know, that I was covered, you covered me in my mother's womb, you know. Ты соткал меня в чреве матери моей, 13 стих говорит. And I will praise you. И славлю тебя. For I am awesome. Потому что я дивно устроен, потому что я великолепен, другими словами. And wonderful. И замечателен. Wonderfully made, marvelous are your works. И я дивно устроен, у нас говорится, но я великолепное творение твоих рук. We are unique. Мы уникальны. Made by the hand of God. Мы были созданы руками самого Господа. И мы должны увидеть себя таковыми, что вот стоял Господь, и Он создавал нас своими руками, каждого. Аллилуйя. Аллилуйя. He goes on to say, "You, my substance was not hid from you. I was not ever hid from you, God." И дальше 15 стих говорит нам: "Не сокрыты были от тебя кости мои. Ничего от тебя, Господь, нельзя утаить." When I was made in secret, когда я был созидаем в тайне, and curiously wrought in the lowest parts of the earth, образуем во глубине утробы. Your eye did see my substance. You saw me. Зародыш мой видели очи твои. And yet, being imperfect, in your book or your blueprint, my members were written. И в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. So you were written. Ты был записан. In the book. В книге. In heaven. На небесах. Before anybody ever even seen you. До того, как кто-либо подумал о тебе. You know,
We want people to see us. God see us before we ever. Вы хотите, чтобы люди вас видели? Вас Бог видел, когда вас еще не было. Hallelujah. And here's David. He says. И дальше Давид говорит. How precious are your thoughts? Как возвышены или как драгоценны, другими словами, для меня твои помышления. How great is the sum of them? How many are them? И дальше смотрите, что написано. И как велико число их, то есть как много Бог думает о тебе. He said, if I should count them, they're more than the number of the sand. 18 стих. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. And when I'm awake, I'm still with thee. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. I mean, you live by the sea here. It's close to the sea. Вы тут недалеко, в Одессе, у моря живете. And you see the sand. Вы видели этот песок. I live by ocean in America. It's я живу sand. На побережье океана в Америке, там тоже много песка. More than the sand. И написано, больше, чем песка Божьих мыслей о тебе. Unbelievable. И это невероятно. We really miss this, мы действительно пропускаем это, не хватает нам этого. It's hard for us to understand. И тяжело это понять. That God can see all of me. Что Бог может видеть всего меня. And all of you. И каждого из вас. At the same time. Одновременно. He can see all my things. Он all видит все обо мне. My substance. Everything. Все мои обстоятельства, ситуации. Every little piece. Каждый маленький кусочек видит. For everybody. Но одновременно о каждом, в одно и то же время. Him, oh, мы думаем, о, он слишком занят. Say, я слышу, как иногда люди говорят, о, я не хочу беспокоить Бога по мелочам. А написано, что он думает о тебе больше, чем песка на море. Он готов работать с тобой и работать, чтобы твое призвание совершилось, чтобы его план для твоей жизни совершился. Аминь. Его план, чтобы вы помогли другим увидеть их планы. И мы постараемся затронуть все об этом. Бог создал нас для чего-то, чтобы быть кем-то. Это божественный план, божественное призвание. Давайте обратимся к Римлянам, 8 главе. С 28 по 29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Аллилуйя! «Я знаю, что я имею для тебя», другими словами, говорит Господь. Что все оно сработает тебе во благо. Для тебя. Божья любовь. Для тех, кто любит Бога. Любите Бога, значит, все сработает во благо. For his purpose. И для Его цели. For his divine destiny that he has planned out for you. Для Его божественного призвания, которого Он спланировал для вас. He will work everything out for good. И написано, что Он сработает все во благо, содействует все во благо. He foreknew us. He says here again, He knew us before. И опять же говорим, Он знал нас до. And He predestinated this to happen. И Он предопределил все, чтобы произошло. И чтобы мы ходили в Его образе. Like и чтобы были, как Его Сын Иешуа, Иисус. Чтобы Иисус был первым среди нас, среди братьев. То есть главная задача и цель нам быть такими, как Иисус, как Иешуа. That's His purpose, that we were pre-called to be conformed in His image. И это одна из его главнейших целей, чтобы преобразить нас в образ Сына Своего. And this, again, with this Jeremiah 1:5. И оно очень сочетается с Иеремия 1:5. You know, before this it was just single prophets. До того были просто одинокие пророки, одинокие пророчества для определенных каких-то наций. But here it says to the nations, to the world. Но здесь
по всему миру. Your destiny is to the world. Здесь написано, призвание по всему миру it's not пойдет. Just to one nation, не просто будет касаться одной нации, будет затрагивать весь мир. And that's God. His plan is for the whole world. И это Божий план для всего мира. He died for the whole world. Он умер за весь мир. Amen. For every. Аминь. За каждого. It's the plan of God, not just one nation, but the whole world. Это план Божий, не одна нация, а весь мир спасенный. And my own father, my natural father, мой папа struggled with this. Мой земной отец, он страдает от этой мысли. When he saw me get saved, когда он увидел, что я получил спасение, он не понял. That почему? I gave in to the plan of God. Почему я отдался в плану Божьему и начал ездить по миру? When the anointing came on me, когда помазание сошло на меня, people literally started coming to me prophesying. You, I see all these. When they, I would stand before prophets, they said, "Oh, I see you in nations. You are going to nations." Перед каким бы из пророков я ни стоял, каждый из них говорил: "Я вижу, ты стоишь перед нациями. Я вижу, ты идешь в народы. Я вижу, ты ездишь по миру." It wasn't something I was making up or. Это не то, что я сам сделал. Trying to produce, it was это just, не то, что я пытался в себе развить. I was like, okay, if I'm supposed to go to the nations, I go to the nations. Я был просто готов, сказал, хорошо, если мне надо ехать в народы, я поеду. I made a promise when he anointed me, I go wherever you tell me to go. Я дал Богу обещание, что после помазания, что если ты меня куда-либо пошлешь, я еду. I'll share more with that as we go along. И мы, я больше вам расскажу об этом. Когда мы дальше будем двигаться. И больше расскажу, в чем было страдание моего папы. Но моему отцу заняло 25 лет. Когда он написал мне бумажное письмо от руки, где он сказал, когда он написал в письме, что я проснулся утром и видел этот стих Писания, и он плакал над этим письмом, потому что видны были кляксы. I woke up this morning and God said, I see you were born for this. И я проснулся однажды утром, отец его говорит, и увидел, что ты был рожден для этого. Но моему отцу заняло это 25 лет осознать. Why is there such a struggle? Почему есть такая борьба? With God's blueprint. С исполнением Божьего плана. Because sin. Потому что грех. Messed the blueprint up. Он просто запутывает, перепутывает, вносит хаос в этот Божий замысел. The first Adam. Первый Адам. He messed the blueprint up. Он просто испортил Божий замысел. Everything was perfect until he sinned. Было все совершенно до того, пока он не согрешил. Everything was good. He walked with God. He said he walked in the garden. They had a great time. Было хорошо, гуляли по саду с самим Господом, имели хорошее время. But when he sinned, когда согрешил, he messed it up. Он просто все это как аннулировалось. You know this if you take a young child. Если вы возьмете маленького ребенка, you say, I want you to draw and color in. Side the lines. Если скажете малышу, я хочу, чтобы вот ты разукрасил эту картинку, разукрашку, но не выходи за линии. And you give him this big pencil or big crayon. И дадите ему восковые карандашики большие. And they're trying to stay. И они будут стараться рисовать, не выходя за линии. And then all of a sudden. И потом начинаются каляки-маляки и отдают вам. And that's what happened. The blueprint was messed up. Так случилось с Адамом первым. And then, испорчен был первый Божий замысел. Jesus came. Но потом пришел Иисус, God Иешуа. Sent his son. Бог послал своего Сына. And he made the perfect blueprint. И Он создал, скажем так, еще совершеннейший замысел. He never went outside. Он никогда не выходил за линии. He was the only one that made the perfect image of God. Иешуа тот, кто никогда не вышел за линии этой разукрашки, он был идеальным образом Божьим. Он никогда не согрешил. He made this perfect blueprint. И он прошел, так сказать, совершил этот идеальный Божий замысел. I mean, the devil really messed up. И вот дьяволу это страшно не понравилось. Because when he killed him, и когда он убил его, he killed perfect man. Он не осознал, что он убил совершенного человека. When Jesus hung on the cross, he said, "It is finished." И когда Иешуа был на кресте и сказал, свершилось. What's finished? Что свершилось? Что закончилось? No sin. Совершенный человек, никакого греха. And he dies. И вот он умирает. He gets killed. Он убит. But he was perfect. Но он был совершенен. Совершенный замысел. Therefore, he rose from the dead. Поэтому он воскрес из мертвых. He led captivity captive. И он освободил
Он освободил измученных на свободу. Он пошел на небеса. In this transition, и вот где-то в этом изменении, в пути изменения, he passed off his seed, он оставил свое семя to the Holy Spirit. Духу Святому. And then the Holy Spirit came. И Дух Святой пришел. And the Holy Spirit come in you, come in me. Пришел в тебя, Дух Святой, в меня. And so inside of us, поэтому в каждом из вас is the perfect seed, есть совершенное семя Jesus Christ. Христа Иисуса. Inside every believer. Внутри абсолютно каждого Amen. Верующего. And we want this to grow, и мы хотим, чтобы это семя выросло в нас. Up in us, открыла нас through us, через нас show the blueprint, и показала Божий reveal образ, the blueprint, проявила Божий everything образ, God wants, чтобы все, что Бог хочет from us, от нас, he has put in us. Чтобы Он поместил в нас. Amen. Amen. Is in you, in me. Это уже в вас. This perfect man. Это внутри вас и меня, этот совершенный человек. И это есть искупление. Okay. There was the creation. Было сотворение. There was the fall. Было падение. And there was the redemption. А потом искупление. Мы были восстановлены. In Jesus Christ. Во Христе Иисусе. So the Holy Spirit is on this search and rescue mission. И у Духа Святого такая спасательная экспедиция, функция to reach people, достичь людей so he can put the seed of this perfect man и поместить в каждого это совершенное семя этого совершенного человека. Say, well, we just want people to get saved. No, we want people to get this blueprint and и мы не просто говорим, мы хотим, чтобы люди просто спаслись. Мы хотим, чтобы вот этот совершенный Божий замысел проявился в них, чтобы we они стали образом Христа we совершенного. И нам надо, чтобы люди понимали это, принимали это и возрастали в этом. Потому что абсолютно все они становятся частью общего тела. Мы нужны эту конверсию, но мы нужны это, чтобы расти. И нам надо это понимать, но надо, чтобы это и возрастало. Аллилуйя. Аллилуйя. So we have this problem. И у нас проблемка. We live in these old bodies. Мы живем в этих несовершенных телах. Okay, and this has to have transformation. This has to have training. Их надо тренировать, менять, изменять. We need this revelation of Jesus to come alive in us. Мы должны, чтобы вот это откровение Христа ожило в нас. To put away the old. Чтобы вот это ветхое все ушло. Take on the new. И чтобы родилось новое. Amen. So we need him to grow in us. Поэтому нам надо, чтобы Христос возрастал в нас. So we've been anointed. Мы были помазаны. We have been anointed to be kings. Мы были помазанными быть царями. But we have to grow, we have to train, we have to learn. Как и Давид, но нам необходимо было возрастать, укрепляться, тренироваться, чтобы таковыми быть. We have the capabilities. У нас есть способности. Hallelujah. To become like him. Чтобы мы стали как он. Hallelujah. And he created us. И он создал нас. Before the foundation of the world. До основания этого мира, до того, как мир был создан. To be like him. Чтобы мы стали в итоге как Он. And now he's given us the Holy Spirit. И сейчас Он дал нам Духа Святого. For this to happen. Чтобы это таки произошло. In us. Amen. В нас. Аминь. So through this course. И в этом курсе. Because David was a type of Christ. He was a type of one that was after God. Man after God. Мы будем это изучать, учиться этому, потому что Давид написано, он был по сердцу Божьему, он был прототип, ну как бы прототип Христа, да, он был в определенных моментах. We are men and women after God. И мы мужи и жены по сердцу Божьему. And so we learn these things with God. I want to learn these. I want these to come alive in me. Поэтому мы можем из его жизни научиться этому, возрасти в этом, чтобы это проявилось в нас и выросло в нас. We want to occupy this land. Мы хотим захватить, завоевать эту землю. Hallelujah. Hallelujah. So each of us is called. Поэтому абсолютно каждый из нас призван. And we have to decide to answer the call. Поэтому мы должны принять решение ответить на этот призыв. Hallelujah. Amen. So David was destined to be king of Israel. Поэтому судьба или призвание Давида было стать царем. But we see in his life he did not reign because he hadn't trained yet. He had to train. Но мы видим, что он не стал царствовать мгновенно, что пришлось пройти годы тренировок, чтобы стать таки царем. When we look at this Psalm 139, we catch a glimpse of who we are. И если мы
запомним этот 138-й псалом, у нас будет как бы правильное понимание того, кто мы есть. Когда Дух Святой приходит на вас и внутрь вас, когда вы распознаете, что да, у меня есть помазание. Когда я даже был в этом на притоне, были люди, которые меня окружали, они подходили и говорили, слушай, помазание на тебе. They would see this anointing, они могли видеть это помазание. I was just discovering who I was in God. I was just starting to learn. А я всего лишь исследовал, кто я в Боге. And it's a wonderful place. Так что это замечательное место исследований, кто ты в Боге. But there were some things that needed to happen to bring this alive in my life. Но потом должны были произойти определенные вещи, ситуации в моей жизни, чтобы это стало ожило и стало живым в моей жизни. So we are what God calls us. Поэтому мы такие, как Бог нас призвал. Whether we think it or act it, we are what He says we are. И думаем мы так или ведем себя так, но Бог так говорит. Я тот, кто избрал вас. We're kings. Мы цари. And God has provided us. И Бог обеспечил нас, предусмотрел нас. И Он хочет подготавливать теперь нас. И Он хочет представить нас потом. Аллилуйя. So we're going to go through some training centers, training Поэтому times. Мы немножко потренируемся на этой неделе. To become who we are in God. Стать немножечко теми, кто мы есть в Боге. The classroom will be easy. В классе будет легко. But the clearing house, when it starts clearing out of us, it gets a little tough. Но когда мы будем себя очищать внутренность своего дома, это будет немножко тяжковато. When we start washing the things out of the soul and out of the. Когда мы будем вымывать все закуточки нашей души. The things that would keep us from reigning as kings. Вещи, которые удерживают нас от призвания, от царствования тем, кем мы должны быть. That makes it a little more tough. Это будет немножко That's трудно. When we need each other, to help each other get вот through. Тут мы нужны друг другу, чтобы помочь пройти это. Amen. Аминь. Amen. We'll take a break. Сейчас мы берем перерыв.